«Бегство от свободы». Собственно, данная книжка, это первая часть, есть вторая часть данного исследования «Человек для себя». Вот эта книжка «Бегство от свободы», она описывает человека, который, собственно, конвейерным способом производится буржуазной экономикой, и, собственно, Фром там поясняет в этой книжке, чему данный человек, он, во-первых, ну, дефектен, можно сказать так, вот, это первое, ну и второе, почему данный человек поддерживает фашизм. Ну, скрыто поддерживает, вот. И, собственно, для того, чтобы данное исследование начать, Фром в первой главе начинает, собственно, с, насколько я понимаю, с самого главного тезиса в марксизме, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот. И в этой главе, собственно, он поясняет конкретно, вот как так происходит, что, ну, по-другому человека формирует среда, в которой данный человек живет. Вот. И тут нужно начать вот с чего. Человек – это существо без инстинктов. В нем самое главное, собственно, в его развитии – это наличие опыта. А откуда берется опыт? Опыт из среды. Вот. Собственно, человек к этой среде вынужден адаптироваться, вот, к внешнему миру. И адаптация происходит с самого детства. Собственно, да. Вот. Видов адаптации всего два. Но мы остановимся на главном для нас. Это динамический вид. Адаптация – это, собственно, тогда, когда человек, адаптируясь под среду, меняет свою личность, ну или душу по-другому. Вот. Собственно, можно привести в пример ребенка, который вырос в неполноценной семье, либо в семье, где все пьют и постоянно. Этот человек, он будет, ну, потом страдать от неврозов и тому подобного. Он именно адаптируется, так, его психика, к среде. Но, собственно, что заставляет человека адаптироваться к среде? Собственно, его заставляет ряд стимулов, которые исходят либо из внутреннего мира, то есть из психики, ну да, или сознания, и, собственно, из внешнего мира. Данные стимулы, они запускаются, когда некие потребности не удовлетворены. То есть в случае с психикой или душой, вот, это психологические потребности, а из внешнего мира это, собственно, физиологические потребности. Вот, физиологические потребности, они являются первичными, просто потому что, если, ну, банально человеку нечего жрать, то он при виде еды, он будет, вне зависимости от того, депрессия у него, шизофрения, он будет желать есть, кушать. Вот, есть, собственно, психологические потребности, они являются вторичными. И если они не удовлетворены, то появляется либо невроз, либо шизофрения. Вот. Собственно, для удовлетворения психологических потребностей, ой, физиологических потребностей человеку с самого начала его появления нужно трудиться. Собственно, в этой книжке определение труду дается как определенное работа в определенной экономической системе. То есть при первобытно-общинном коммунизме человек тоже трудится, и он трудится тоже в экономической системе. Вот. Труд, он влияет и как раз-таки меняет личность человека. Вот. Собственно, из-за физиологических потребностей и их неудовлетворения человек
получает стимул, он трудится в экономической системе, и экономика влияет, собственно, на человека, то есть на его психику. Вот. Собственно, тут нужно понять, собственно, ну, из чего состоят психологические потребности, и самое главное, это именно понять базис в них, то есть какая потребность самая главная. И, собственно, самая главная потребность – это чувство связанности с миром. То есть, ну, так поясняю. Когда от человека вообще ничего не зависит, то он не чувствует свою связанность с миром. Собственно, можно привести вот в пример как раз-таки человека при капитализме. Вот, если человек чем-то недоволен, и он один – ну, собственно, не может ничего сделать. Он может сделать только с кем-то вместе. Об этом в следующих главах. Вот. Но один человек чувствует свою ничтожность, неуверенность, собственно, из-за... Сейчас, пардон. Вот. Чувствует свою изолированность от внешнего мира и моральное одиночество. Вот. При капитализме. Вот. И с чем это связано? У свободы есть две стороны, ну, диалектика. Первая сторона – это, собственно, положительные. Они, собственно, ну, все знают обычно. То есть ты можешь делать, ну, не то, что ты хочешь, но, по крайней мере, у тебя есть выбор. Вот там, делать или не делать и тому подобное. Но при этом при буржуазном обществе человек, как, собственно, выразился даже сам Маркс, он поставлен на ноги. Но в случае с Фромом, Фром этот эпитет, он его даже добавил, он поставлен на ноги один в пустыне. То есть он может делать все, что он захочет, ну, в рамках, конечно, приличного, и он может добиться успеха один и пользоваться плодами своего успеха один. Но в случае проигрыша человек будет один жить, ну, в нищете и, собственно, и тому подобное. Вот. И из-за этого, если мы принимаем, собственно, уже до этого доказанный тезис, что экономика влияет на сознание человека, собственно, сам данный человек, он чувствует свое моральное одиночество. Вот. И, собственно, из этого морального одиночества, собственно, появляются такие, ну, такое чувство, как изолированность от внешнего мира, сомнения в своем месте в этом мире, а это для человека очень важно. А при капитализме ты сегодня рабочий, завтра нищий. Ты сегодня буржуа, завтра пролетарий, а потом нищий. Ну или сразу нищий. Вот. И, собственно, все вот это вот чувство, оно усугубляется тем, что человек воспринимает весь окружающий мир вынужденно, опять же, через призму своего сознания. Он не может проникнуть в сознание другого человека и тому подобное. Он, по факту, в своем сознании один. Вот. Собственно, ну, да. И из-за всего вот этого вот он чувствует свою ничтожность перед большим миром. И начинается бегство от свободы. Но здесь, собственно, вот в психологических потребностях нужно... Сейчас, пардон. Да. Нужно, собственно, понять, что из-за отсутствия общности, из-за чувства... Из-за отсутствия чувства общности с этим миром,
появляются сомнения в смысле своей жизни. Просто потому что, ну да, да, сомнения смысла, в смысле своей жизни. И из-за данных сомнений появляется такое явление, как психологическая парализованность в своих действиях и отсутствие самого смысла жизни. Вот, просто потому что... Ну, ладно, все, на этом закончим. Вот, вопросы есть или ничего не понятно? Я удивился, что резкий конец, там первая глава на этом не заканчивается. Ну как бы, да. В первой главе, да, просто понимаете, Фром, он в первой главе безумно часто просто делает много-много отсылок к следующим главам. И поэтому из-за этого у него в первой главе очень много воды. То есть вот, чтобы мне вот эту вот схему составить, мне столько воды пришлось выкинуть. Вот, и, собственно, в связи с этим, там Фром, он, во-первых, вначале вообще поясняет, там, то, что там сколько там, 100 или 100, 150 лет человечество боролось там за свободу, но внезапно для всех люди стали, ну, отдали свою свободу, и вот так вот появился фашизм и тому подобное, но об этом... Просто мы будем говорить в следующих главах, а конкретно в четвертой и в пятой, которые касаются конкретно механизма бегства. Вот. Так что вот так вот. Что-нибудь понятно стало? Давай, чтобы вперед бегать, вопросы конкретно по тому моменту, который ты озвучил с первой главы и выкинул в самый вкусный, ну ладно. Вопрос следующий. По поводу определения, что такое труд. Да? Есть такой способ у экономистов, когда любую экономическую систему проверяют на, грубо говоря, Робинзоне. Сидит там Робинзон на острове один, он что-то там делает. Вот. Если мы берем определение труда, что это работа в экономической системе. У нас получается, Робинзон же ни в какой экономической системе не находится. Он один, и при этом он трудится сам на себя, то есть сам себя кормит. Получается, по определению данного тобой, это не труд уже? Ну, здесь просто... Сейчас поясню. Тут нужно в таком случае определиться, что такое экономическая система. Ну, ты, допустим, сказал про экономическую систему первобытного общества. Но первобытное общество тоже не имеет, как, ну, практически не имеет экономической системы, они не торгуют между собой, каждый производит сам себе и сам себя кормит, ну, не, грубо говоря, в семье. Давай вот так мы, если берем семью. Давай определимся с тем, что такое экономическая система. Ну, ты просто сказал про первобытное обменное общество, там есть экономическая система? Нет, ну, лично вот я понимаю, я могу быть неправ, не верен и тому подобное, но... Как я понимаю, экономическая система – это система производства. То есть, в случае с Робинзоном, у него есть экономическая система, но я не могу сказать, какая, просто, ну, он что делает? Он, ну, это, по факту, первобытный общинный коммунизм, ну, можно сказать так. То есть, тут в случае, блин, взялось... Ну и зарыл меня. Не, ну просто получается опять же своего определения, что тогда не экономическая система, а система производства. То есть можно сказать все более понятными, простыми словами, которые отражают суть определения. Определение же для того и дается, чтобы ты понял, о чем идет речь. Ну, а не так запутался. Что же такое экономическая система? Давайте. Я просто скажу так, что я над данным вопросом не думал. Спасибо, что дали мне возможность о нем подумать. Вот, я, собственно, перечитаю Фрома, сам поищу материал, ну и дам более понятный, но развернутый ответ. У меня тоже на поверхности такие вопросы. Первое, то, что он использовал достижения Фрейда в среде психологии, хотя сейчас современная наука отрицает достижения Фрейда, что... Нет. Ну... Она использует некоторые наработки, но в целом система не подтвердила клинические исследования. Что... А какая конкретная? То есть, что ты подразумеваешь под системой Фрейда? Ну, то, что
психологические травмы порой не откликаются в будущем. То есть, как у Фрейда, насколько я знаю, наоборот. Там было то, что, да, что первые 4 стадии развития. Если отчим там ребенка насиловал, соответственно, скорее всего, этот ребенок станет тоже маньяком. Там такой, по-моему, нет. Но я скажу так, это что я скажу так, что в силу того, что Фром писал это все, ну, довольно давно, вот, то, собственно, сейчас современная психология, там, в принципе, все, ну, безумно далеко от Фрейда, но... А раньше он не был учеником Фрейда? Он разве не был учеником Фрейда? Он был учеником Фрейда, но как раз-таки во второй главе, то ли во второй, то ли в четвертой главе, он раскидывает, собственно, тезисы Фрейда, там, коротко очень, и, собственно... Он берет за основу как раз-таки тезис у Фрейда, насколько я вот понял, то есть я не специалист великий по этой теме, вот, то, что как раз-таки среда формирует сознание человека. То есть как раз-таки, насколько вот я понял, Фром, он пишет, блин, ну ёханый бабай, вот и... Ну и ладно, Фрейдом, да. То, что пирамида масла тоже использовалась, тоже она не подтвердилась. Ну понятно, что... Но так здесь и нету пирамиды масла. Ну ты же говорил, что на первом плане идет физиология, на втором уже идет психология, а верхняя степень — это как полезность. Говорит, что никому не нужен, человек боится, что он никому не нужен, поэтому... Нет, тут физически, да, пирамида масла. Так, ладно, у вас доска есть? Я просто к тому, что тут как... Ну, смотри... Здесь на слайде было кружочки вот эти вот. Да, сейчас я найду. Просто доску сейчас надо разобрать. Смотри, вот он... Да. Получается, тут скорее не пирамида идет, и, собственно, ну... Вот так вот, что физиологические потребности внизу, психологические, они не пересекаются, скажем так, с физиологическими. Ну, это же... Да, но они все равно вторичные. То есть, ну, блин, окей, вот давай так. Я обязательно... Не, ну, а там пирамида масла, она тоже не подразумевает, что у тебя нижняя ступень как-то переходит на более... Давай так, в чем конкретно пирамида масла не подтвердилась? Ну, в том, что человек живет все-таки экономическими потребностями. Более высокие ступени могут превалировать там более низкими. То есть, грубо говоря, инстинкт самосохранения, инстинкт там, желания набить брюхо, он может быть задавлен более высокими приоритетами, там, если, допустим, морально, ты там и морально, да, если там уверовал в Бога и перестал есть, грубо говоря. То есть высокие могут оказаться более базовыми и подавлять базовые. Здесь нужно понимать, что, собственно, понятное дело, если ты уверовал в Бога, то ты можешь очень долго не есть, но... Можно вообще помирить путем, просто недоедания, но это невозможно. Просто потому что у голода есть фаза, когда у человека, собственно, сознательность, она пропадает. Есть вот этот культ почитателей Бога Солнца, которые считают, что надо питаться только солнечным светом, и они все практически покончались. Есть очень много в буддизме лам высших, они как раз жизнь так и заканчивают, они перестают есть и мумифицируются. У них это целый культ такой. Можно другое, когда там, допустим, там фашисты поймали тебя и сказали: так, говори военную страшную тайну, ты там мальчишки-бальчиш, иначе мы тебя убьем. То есть инстинкт самосохранения. И приоритет более высокий, что если я расскажу тайну, выдам общество, в котором я живу, погибнет, этот приоритет давлеет над более базовыми основными инстинктами самосохранения. Понимаю, но здесь, во-первых, я же сказал, что у человека нет инстинктов. То есть в этом плане... Ты же только что сказал, что инстинкт голода, тебе мозг отключится, ты будешь жрать. Это не инстинкт, но это не инстинкт. А что это? Ну, блин, смотри.
Давай тогда определение инстинкта. Но я могу с точки зрения биологии сказать инстинкт. Инстинкт – это, собственно, сложная последовательность действий, вызываемая внешними стимулами. И ну, сейчас, доски точно нет? Не подсмотришь. Давай не, рассказывай. Я просто к тому, что это сложно пояснить на словах, но вот схематично. Ну вот смотри, вот стимул, вот, собственно, само животное. У животного между стимулом... Стимул, собственно, само действие, вызываемое данными стимулами. У животного, собственно, яркий пример это... насекомые, есть стимул и действие происходит незамедлительно. То есть животное, насекомое, оно не обдумывает вообще, что оно будет делать. Вот яркий пример это муравьи. Они, собственно, передвигаются так, что у главы колонны из попы капают, собственно, феромоны, ну, вещества особого запаха, скажем так. Вот. И по этим феромонам вся колонна двигается. И если муравей главный войдет в круг, то они там помрут просто. То есть, это так не работает, они... потому что кроме врожденных, безусловных инстинктов, есть еще приобретенные инстинкты. А в том-то и дело, что у муравьев их нет. То есть, спорим? Рано или поздно с круга один из муравьев убегает, разведчик правильно прокладывает. Так у него, так у него феромонов нет. У разведчиков есть, они именно вырываются и попадают на нас. Слушай, давай сделаем так. Вот в этом вопросе я тебе скину, собственно, советскую книжку «Основы поведения животных». Давай, мы сейчас на ссылки у нас под рукой нету, будем из головы брать пример. Следующий пример. Вот человека на медкомиссии всегда проверяют инстинкты, безусловные. Бьют молоточком по коленке, и у тебя коленка срабатывает. Это рефлекс. Есть огромная разница между рефлексом и инстинктом. То есть он не инстинктивный рефлекс? Нет, смотри. Не он рефлекс, рефлекс это, собственно, это малое. Блин, сейчас поясню. Так, сейчас. Хорошо, то есть... Это просто уже биология, но и я... Инстинкт, то есть, получается, более высокого порядка. Инстинкт да. Самовыживания. Есть такой инстинкт? Нет. Инстинкт материнства есть? Нет. В том-то и дело, что нет. То есть, если бы был материнский инстинкт, то не было бы детей, брошенных на улице. Если есть бы... классический пример даже среди животных. Когда перед матерью, допустим, или метающего, не знаю, берем там... Льва, да, у него есть выбор. Смотри. Или спасти ребенка, то бишь детеныша, или спасти самой. И у матери всегда возникает вопрос. Эти инстинкты всегда проверяются. Во-первых, как поступит животное? Какого животного? Спасет... Какого животного? Ну, с точки зрения, нет, с точки зрения как раз таки поведения животных, ну, это наука, этология, там как раз таки диалектический процесс. То есть, насекомые, это, собственно, ну, скажем, бытие. Человек ента ничто. И, собственно, чем ближе от насекомых к человеку, тем меньше инстинктов у животных. То есть, если мы, собственно, посмотрим на то, как себя ведут собаки, то у них как раз-таки инстинкты, они есть. Но при этом... У них есть и довольно много опыта. А у животного, у которого преобладает инстинктивная форма поведения, она сейчас преобладает... Нет, одно дело, если преобладает, но в любом случае у человека тогда она тоже есть, например, не преобладает. Нет, в том-то и дело, что когда появился у человека разум, то тут произошел... диалектическое снятие, скажем так, вот. И, собственно, у человека нет инстинктов, вместо инстинктов у человека стереотипы. То есть он вот видит там,
Допустим, идет мальчик с длинными волосами, поставленными лаком. Он такой, говнарь или, пардон, это не инстинкт, это не инстинкт. Нет, нет. Просто это не инстинкт, погоди. Вот это инстинкт. Я же сказал, нет, что... Самый простой пример, чтобы не ходить там за прической, самый простой пример. Наркоман. Нет. У него вот дозу достать, это ее инстинкт, это самая потребность. Это физиологическая потребность, это не инстинкт. То есть, блин... Но у него же есть разум, он может отказаться. Разум-то есть. Он давлеет на инстинкт. Смотри, инстинкт, он происходит так, что именно определенное количество, и даже вот так вот, определенное количество и форма действий. То есть животное, оно, если в нем запускается инстинкт, то оно делает строго по гену, скажем так. То есть оно будет делать определенные действия, и человек сможет это предугадать. Павел, это не называется религией, когда голубя подкармливают через определенное время, и, соответственно, он потом вырабатывает... Он запомнил, что в это время он махал крыльями, и когда автоматически начинали давать корм, он автоматически махал крыльями. То есть инстинкт... Но это называется закрепление. Это закрепление инстинкта приобретенного. Нет, смотри. Нету приобретенных и неприобретенных. Все приобретенные качества в животном – это, собственно, влияние опыта. Я просто, блин, это уже этология, и я не могу вот сейчас, в данный момент, привести этот контртезис инстинктом. То есть, получается, по Фрому, что у человека, у матери, да, когда она закрывает, там, допустим, с собой ребенка, которого там, ну, в которого стреляют, да, те же злобные фашисты стреляют в ребенка, мать его там пытается защитить своим телом, или там отец семейства пытается защитить их своим телом, так его убили. Они, то есть это не инстинкт, это, грубо говоря, разум в нем. Это психологическая потребность. То есть это не совсем разум, но это же не базовая потребность. Базовая потребность выжить, физиологическая. Ну, смотри, вот я тебе могу привести в пример вот что. Собственно, после того, как, собственно, американцы и наши входили в концлагеря и выпинывали фашистов, они давали людям еду. И эти люди, они, видя еду, типа еда и доступность, вот, к этой еде, эти люди ели и потом помирали. То есть я вот как раз таки читал об этом в воспоминаниях девушки, прошедшей Бухенвальд, и она об этом вот как раз таки вещала. То есть у человека есть такая особенность, что да, он до определенного предела может поставить, собственно, психологию над физиологией, но именно до определенного предела. И собственно, блин. Так может это вызвано было тем, что они просто не знали, что когда пищевая система пустая, туда нельзя много еды засыпать, и она просто не усвоится. И ты умрешь от перитонита. Это понятно. Так это может незнание, это нехватка опыта. Потому что наши, когда освобождали на опыте Ленинграда, не знали, что их закармливать нельзя, там по кусочку, там бульончик от чего-нибудь жидкого, и все. Наши это знали. И нет, поэтому пускали здоровье. Наши им давали определенную норму, и все. То есть в случае с нашими, они им просто давали, и люди, они не видели жрачку больше, чем, ну, больше, чем нужно. Ты об этом? То есть, ну да, их ограничили, потому что... Ну, можно... так это уже другое. То есть я имею в виду вот что. Человек сидит, он не кушал, там, допустим, неделю. И вот перед ним ставят тарелку с супом, и, собственно, между тобой и тарелкой нет ничего, ты можешь ее кушать. И вот человек, не задумываясь, он будет кушать. Хороший пример есть у Тубуса в разборе дневников ленинградцев, да, блокадных. Ленинградца вывезли, там было 3 врача. Всем дали по пайке, да, всем. Угу. Все съели полностью пайку, врачи знали, никому не сказали, сами свою пайку до конца не съели, они поели чуть-чуть, зная о последствиях.
То есть, если человек знает о последствиях, у него есть опыт, то он может, так сказать, о чем мы и говорили по пирамиду Маслоу, что, понимая последствия, он может подавить свои низменные инстинкты. Ты сейчас, я уже слегка запутался, ты какой тезис доказываешь? То, что у человека есть инстинкты? Нет, что инстинкты бывают. В том числе, я не про голод говорил, мы как раз говорили о том, что инстинкты могут при помощи разума быть предопределенными, но они есть. Тут смотри, просто я тебе скажу так. Физиологическое потребление может быть... Вот мы сейчас говорим, собственно, о на самом деле биологическом вопросе. Вот. И если... Вот у меня была как раз таки мысль, тут просто там во второй главе, там Фром доказывает, ну я просто это в схему вогнал, как раз таки короткую, но и понятную. Вот, почему у человека нет инстинктов? Вот, если хотите, я могу вот во время прочтения данной главы данный кусок выкинуть. И его отдельно уже больше с точки зрения... Нет, так нельзя. Извини, я сейчас начну капитал рассказывать и выкину оттуда теорию прибавочной стоимости. Погоди, стой. Я не досказал. И отдельно ее более подробно все поясню. То есть там вот с этим тезисом как раз таки у меня есть наработки не только с Фрома, но и с этологией. То есть можно будет, я могу как раз таки там пояснить, собственно, почему у человека нет инстинктов, более понятно. Потому что там диалектическое противоречие, и вот инстинкт заменяется, и там термин, я его сейчас просто забыл. Вот скажу честно, я могу его потом скинуть. Тут просто начнется сразу вопрос, если с точки зрения чистой биологии смотреть, да, что мы называем человеком, и с каких пор у человека инстинкты исчезли. Со стороны трека какого-нибудь. Так это же диалектический процесс, мы не можем сказать точно. Ну так если это диалектический процесс, и мы говорим за диалектику, мы знаем, что отрицая, мы оставляем в основании все равно. То есть если мы отрицаем инстинкт, мы его удерживаем. И инстинкт все равно у нас остается, мы просто, да, в снятом виде, но он остается, он никуда не девается. Этот снятый вид, это, собственно, стереотипы. То есть... Нет, стереотипы, это как раз там говорилось о том, что это от общества зависит. Нет, стереотипы в обществе. Смотри, так в том-то и дело. То есть, это социальный... Сама реакция, собственно, и сама схема у человека, мысли, то есть, блин, человек... перешел на развитие живого, ну, всего живого, скажем так. А если человек умирал? То есть у него появился разум и тому подобное. Погоди, а если человек недоразвитый? Ну, там, мозг, микроцефал, да? IQ 10. Да, или это еще ребенок, то есть он еще разума как бы нету, еще опыта. Кстати. Ребенок, это же человек маленький, там, двухлетний ребенок. Ну, да. Но у него что, инстинктов нету? Ну, смотри. Будет сосать мамки? Если бы у человека были инстинкты, то детей Маугли бы не было. То есть дети Маугли – это они люди… Они как раз есть, потому что у них есть инстинкты. Не. Ему не важно, какую сиську сосать волка или мамки. Так в том-то и дело, что с точки зрения инстинктов это принципиально важно. То есть если ты не чувствуешь, что, допустим, запах или не видишь определенную сиську, то ты ее не будешь… Но волчью сиську отличить от человеческой двухлетнему ребенку, у которого нету, так сказать, образа других сисек. Смотри. Я взрослый человек, я сиську от него отличу. Вот данную тему я как раз таки почему и хочу раскрыть отдельно, просто потому что когда вот я поясню, собственно, как работают инстинкты у пчел, ну или у насекомых, как концентрат всего вот этого вот дерьма. И, собственно, как работают те же самые стимулы, собственно, да, как работает психика человека, и, собственно, и почему у него нет инстинктов. То есть, если коротко, если пчела взлетит, ну, и пчела, ну, блин,
Я просто не знаю, сиськи это уже млекопитающие? Да, это только млекопитающие. Тут разговор про сиськи. Ну, смотри, вот я тебе... Если ключи мыши, они тоже сиськи. Не, они... Смотри, вот... Блин, просто... Фруктовые вампиры или как? Это биологический вопрос, я к нему отдельно не готовился, к сожалению. Вот, я думал это как раз таки приготовиться. Вот, давайте мы сейчас вопросы запишем, которые вы задали, и я, если, собственно, вы согласитесь, я на следующей главе, собственно, перед самим выступлением, я разберу, вот, вопросы отвечу, и там уже посмотрим.